дедушку зовут Муратов Муралиев. 17 лет он ушел в армию, а потом пошел сразу на войну. Дошел до Берлина. Получил ранен плечо. У него много медалей и орденов. Моего прадедушку зовут Иван. Он был призван в армию в 43-м году. После обучения отправился на фронт, где служил вычислителем. Он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 2,5 месяца он вернулся домой в опустошенную Украину.